Судом была установлена совокупность смягчающих наказаний арчанина обстоятельств, а именно признание вины, раскаяние. Мужчине было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев, и приговор в настоящее время в законную силу не вступил.